Обычно я гуляю по набережной внизу, но и сверху, когда видно море, перспективы этого моря, и я подхожу обязательно к морпорту поверху и смотрю вот на ту лагуну, куда входят эти кораблики. Кораблики входят через вот узкую горловину порта. Вот видно, как кораблики вошли в этот порт и стоят там. И я спускаюсь вниз с горы, прихожу в сам морпорт. Правда, из него сделали какую-то парковку. Не корабли приходят, а корабли стоят, больше всего яхт. Ну, видно, это такая коммерческая маневренность, чтобы окупить этот порт. А раньше сюда приходили большие корабли, когда мне было мало лет.